А теперь давайте обратимся к тексту Священного Писания и рассмотрим некоторые примеры. Евангелие. Кто-то скажет, что примеров основания церкви в них нет, так как сама церковь родилась в день Пятидесятницы уже после смерти, воскресения и вознесения Христа. Однако есть здесь другой момент. Будучи на земле, Иисус формирует общину, малую из 12 и большую из 70 учеников. Он воспитывает их, учит служить людям, учит проповедовать Слово, исцелять, изгонять бесов. В этом, если можно так выразиться, зародыш, самое начало жизни церкви и жизни учеников Христа рядом с Учителем. Так, в Нагорной проповеди и многочисленных притчах о Царстве Иисус закладывает основы учения о Царстве. Получается, что в день Пятидесятницы родилась та церковь, которая до этого момента развивалась и формировалась в умах и сердцах первых учеников Христа. Книга Деяний описывает рождение этой церкви на земле, ее осуществление. Когда, по словам Христа, придет конец, когда проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, в Деяниях происходит рождение церкви. Теперь храм не на горе и не в Иерусалиме. Отныне он мобилен. Отныне церковь — это новый Божий народ. И книга Деяний показывает нам ее появление и движение. От Иерусалима к Иудее, потом Самарии, далее в Грецию, Рим и, в конце концов, до края земли. Так в Новом Завете осуществляется Божья миссия. Так повсюду начинают возникать церкви. Немного позже мы обратимся и к другим примерам из книги Деяний. Что же касается писем апостола Павла, то их следует рассматривать как миссионерские послания. Кому они адресованы? Ефесской церкви, Колосской, Филиппийской. Повторю, послания Павла — это миссионерские письма, адресованные новым церквям. По сути, они являются собой наставления новообращенным христианам, из которых эти самые общины состояли. Нам думается, адресаты Павла жили сотни лет назад, а нашей церкви 50 или, допустим, 100 лет. Через эту призму мы и смотрим на послания, подчас забывая, что первоначально они были обращены именно к новым общинам. Потому-то я и называю их миссионерскими. Так пишет миссионер, который основал церковь, а затем уехал, чтобы трудиться уже в другом месте. Это обращение к церкви, которая еще до конца не осмыслила, что такое христианство в подлинном смысле. Вспомните, большинство посланий адресованы обращенным из язычников. Они не были знакомы с многочисленными еврейскими обычаями, не знали закона Моисеева, не получили нравственного воспитания в соответствии с Божьим замыслом. Эти люди — выходцы из языческого мира. И теперь они пытаются понять, как это — быть христианином среди язычников. Именно это и раскрывает им в своих посланиях апостол Павел. Ведь у еврейских христиан в Иерусалиме восприятие было иным. Они продолжали ходить для поклонения в храм. Помните, в книге Деяний Павел возвращается в Иерусалим, и тамошние братья просят его пойти в храм, чтобы взять на себя издержки на жертву за тех, кто имел на себе обет. Они остаются ревнителями закона. Это совсем другой мир. Так, через послание новообращенные христиане, новые общины открывают для себя, что значит быть Божьим народом, что значит жить благочестиво и свято. Их понимание становится глубже, а христианская жизнь осмысленнее и основательнее. В одной из своих работ немецкий богослов Энгельгард сказал, что все послания Нового Завета носят миссионерский характер. Все они проистекают из миссии церкви. А теперь давайте обратимся к практическим моментам в основании Павлом новых церквей. Разумеется, они отражены в книге Деяний, в которой описываются миссионерские путешествия апостола.
Эта книга дает немало интересной информации. В частности, мы видим, что в целом в одном месте Павел надолго не останавливался. Бывало, что ему приходилось бежать из городов, его то побивали, то заключали в узы. С другой стороны, в Ефесе, где Бог открыл много возможностей для служения, апостол провел больше времени. Так вот, анализируя действия Павла, резонно задаться вопросом, а стоит ли всегда поступать так, как поступал он? И мы на него непременно постараемся ответить. А пока скажем, что миссия Павла берет свое начало в благовестии, рождается из благовестия, посредством проповеди Евангелия в силе Святого Духа. Люди слышали о Христе, их касался Святой Дух, и они откликались на Божий призыв. Так создавались общины. А дальше начиналось их духовное формирование как подлинных учеников Христа. И только потом Павел оставлял эти общины. Оставлял, а не бросал. В каждой из них были поставлены пресвитеры, ответственные за духовное попечение паствы. Вспомните речь Павла в Ефесе в 20 главе книги Деяний, в которой он призывает тамошних христиан, на тот момент Ефесской церкви было всего около 2 лет, пресвитеров пасти стадо, пасти церковь Господа и Бога. Ибо настанет время, когда войдут лютые волки, не щадящие стадо. Павел уходит, вверяя церковь ее лидерам, которых взрастил, воспитал и на попечение которых, теперь отходя, оставляет паству. А потом он пишет свои послания и направляет в эти новые церкви помощников. С появлением пресвитеров церковь начинает функционировать самостоятельно. В послании к Титу апостол пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Что это? «И поставил по всем городам пресвитеров». Таким образом, первопроходческая миссия Павла завершается, когда в основанных им церквях появляются пресвитеры. Формирование служителей — один из ключевых моментов для Павла, причем на разных уровнях, как на уровне поместной церкви, нуждающейся в должном руководстве, так и на более глобальном уровне миссии в целом. Знаете, умножение церквей в результате служения апостола Павла просто изумляет. Порой приходится слышать, разве не огромный труд хотя бы просто организовать церковь? Но общины, основанные Павлом, были не просто живыми, а способными к воспроизводству. Напомню, Павел прошел от Иерусалима до Иллирика и сказал, что труд его закончен. А закончен потому, что возникшие во всех этих местах церкви стали умножаться. Возьмем, к примеру, церковь Антиохии Писидийская, которая написана в 13 главе книги Деяний. Стих 49. «И слово Господне распространялось по всей стране». Значит ли это, что всю ее обошел Павел? Нет. Благую весть о Христе по всей стране несли местные верующие, иначе и быть не могло. Они просто начали благовествовать, проповедовать Христа, который однажды поселился в их сердцах. В 1 Фессалоникийцам 1:8 Павел пишет: «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам», и так далее. Таким образом, мы видим, что обращение фессалоникийцев было настолько впечатляющим. По свидетельству Павла, они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истинному, что слава об их вере в Бога прошла на всяком месте. Был ли это какой-то евангелизационный проект? Отнюдь. Привела ли такая слава к образованию новых церквей? Мне кажется, одним из самых наглядных примеров того, что подобное спонтанное благовествование новообращенных принесло осязаемый плод в виде новых общин, служит Ефес. 1 Коринфянам 16:9. Начнем читать с 8 стиха. Павел говорит Коринфянам, что отсрочит свое прибытие в Коринф. Почему? Он пишет: «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Так вот, к слову, в широкую и великую дверь не всегда можно войти беспрепятственно. Сопротивление — это не всегда закрытая дверь. Духовное противостояние нередко возникает при открытых дверях. Павел говорит: «В Ефесе я пробуду дольше».
Открывшиеся там возможности казались столь важными, что апостол отложил свое отбытие в Коринф, несмотря на то, что там нуждались в его помощи. О том, что произошло потом, мы читаем в 19 главе книги Деяний. О служении Павла в Ефесе и о том, как Бог отверз ему дверь. Об этом с 10 стиха. Они проповедовали, люди обращались к Богу, и далее написано, что Павел отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Другими словами, ученики распространяли учение Павла. Так что проповедь об Иисусе слышали, как написано, все жители Асии. 20 стих. Здесь мы читаем, «С такой силою возрастало и возмогало Слово Господне». Итак, Слово Господне возрастало в Асии, на территории современной Западной Турции. Появились ли в результате этого поместные церкви? Вне всяких сомнений. Наверняка вы слышали о 7 церквях Малой Асии из 2 и 3 глав книги Откровения. Первой была основана Ефесская церковь. Это то место, где Павел решил задержаться, ибо Господь отверз ему там дверь великую и широкую. Остальные же церкви появились, вот здесь можно обойти вокруг, во всех этих городах. Но это еще не все. Нам также известно о существовании в церкви в Колоссах и Герополе. Вопрос, кто их все основал? Это был не Павел. Точно не он. Кстати, в своем послании к Колоссянам апостол пишет, что услышал о них. Эту церковь он не основывал. Равно как, вероятно, и все остальные. Кроме Ефесской, которая и положила начало целому движению. Причем не только в благовестии, но и в организации новых церквей по всей территории Асии. Не исключено, что их было больше, просто мы о них не знаем. Полагаю, именно это имел в виду апостол, когда говорил об отверстии для него великой и широкой двери. Вот почему мы должны стремиться насаждать не просто церкви, а церкви, способные к воспроизводству. Ибо только так возможно достигать благой вестью другие регионы, целые города и целые народы. Только тогда общины будут не концом, а началом движения по распространению благой вести в других местах и основанию новых церквей. На этом мы прервемся, а далее рассмотрим тему практической стороны миссии Павла. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.